Добрый день! Вашему вниманию представляется автомодель Sava 4.6 от американской компании HPI, модели 2013 года. Внесены конструктивные изменения и дополнения. У модели отсутствует обгонный подшипник, у модели новый ротостартер и новый внешний вид кузова. Первый этап – распаковка модели. Оставляем только то, что нам нужно. Перед тем, как перейти к прочтению инструкции, советую поставить накаливатель свечи на зарядное устройство, поскольку времени на это потребуется достаточно, и мы за это время успеем ознакомиться с инструкцией. И аккумулятор для ротостартера тоже ставим на зарядку. Теперь нужно ознакомиться с инструкцией в обязательном порядке. После того, как мы ознакомились с инструкцией, можно перейти к установке аккумулятора модель. В нашем случае стоит не аккумулятор, а кассета с батарейками. Заряжать их не нужно, все готово к установке. Устанавливаем кассету с батарейками в отсек. Для этого нужно повернуть защелку, снять крышку. Берем кассету с батарейками. Вставляем ее. Вставляется легко достаточно. Соединяем разъемом. Закрываем крышкой. Убираем аккуратно провода. Провода должны быть, запомните, с правой стороны все. То есть особенности крышки, иначе их пережмет. Просовываем антенну. Вставляем дальний край сначала. Опускаем. Поворачиваем. Готово. Вставляем батарейки в пульт. Но я уже их вставил. Включаем пульт. Всегда сначала включаем пульт. Включаем питание модели. Вся машинка запустилась. Сейчас будем проверять реверсы сервомашинок. Для этого нам нужно переднюю подвеску вывесить от земли. При повороте руля направо колеса должны повернуться направо. При повороте руля налево, налево. Бывает, аппаратура идет включенная в реверс. Сейчас все работает отлично. Если бы колеса крутились в противоположные стороны, мы должны были переключить реверс канала 1 для сервомашинки руля. Еще сервомашинка руля требует настройки так называемой dual ride, двойные расходы руля. Третья ручка на пульте. Dual ride, двойные расходы руля. Сервомашинка может поворачиваться на определенный угол, к примеру, 90 градусов. А рычаги автомобиля могут повернуться всего лишь на 70 градусов или 80, ну как пример. Соответственно, сервомашинка еще не дошла 10 градусов, а рычаги уперлись. Сервомашинка продолжает их толкать, что приводит к поломке сервомашинки очень часто. Вешаем передние колеса в автомобиле, слушаем, что сервомашинка жужжит. Начинаем убавлять ручку dual drive чуть-чуть. Жужжание перестало. Переворачиваем руль влево, тоже жужжит, чуть-чуть убираем. Все. Влево-вправо сервомашинка не жужжит. Значит, dual ride выставлен. Переходим к настройке газа. Вот тяга от сервомашинки газа. Вот дроссель карбюратора. Нажимаем ручку газа. Да, канал стоит правильно, не в реверсе. Все правильно. При нажатии на газ качалка отходит в нужном направлении, дроссель открывается. При нажатии на тормоз дроссель немного закрывается. Значит, нейтральная точка выставлена неправильно. И при нажатии на тормоз модель может глохнуть. Что мы делаем? Есть ручка настройки троттл. Троттл — это газ. Средняя ручка. Нажимаем на тормоз. Все, сейчас у нас заслонка стоит на месте, не уходит никуда. При нажатии на газ открывается полностью. Канал газа настроен. С радиоэлектроникой мы закончили, переходим к настройке двигателя. Установка обкатки двигателя заключается в следующем. Свечным ключом выкручиваем свечу аккуратными движениями, ровными, без наклонов, без каких-то резких движений. Выкручиваем свечку.
нам осталось уплотнительное кольцо. Достаем кольцо уплотнительное. Что мы сейчас видим? У нас двигатель без свечи и прокладки. Набираем в бутылку для топлива топливо совсем чуть-чуть, чтобы смазать поршень. Для чего я это сейчас буду делать? Топливопровод у данной модели достаточно длинный, ну, в общем, как и у любой другой. Вот трубка, подающая топливо в карбюратор, она очень длинная. Пока по ней топливо зайдет до карбюратора и попадет в камеру рабочую, двигатель сделает 20-30 оборотов на сухую без смазки, что, ну, совсем для него не полезно. Поэтому берем бутылку, наклоняем модель стоя, чтобы не пролить много мимо, и капельку топлива заливаем в камеру через свечку. Мы добавили топливо в камеру. Наливаем теперь бутылку полностью, либо половину. В процессе откатки можно будет доливать спокойно. Единственная предосторожность – стараться это делать там, где нет пыли, чтобы пыль не попадала ни в бутылку, ни в канистру, ни в двигатель. То есть не на улице, но в хорошо проветриваемом помещении. Наливаем бак полностью. Переходим к подкачке топлива, и пока что вот свечку мы не вкручиваем. Попробуем прикрутить мотор без свечи, чтобы попала смазка. Вставляем вал ротостартера, накрываем салфеткой, включаем. Двигатель легко начинает крутиться без проблем. Топливо даже без свечи поступает, уже практически дошло до карбюратора. Да, ушло в карбюратор, я это вижу. Смотрим в цилиндр. Поршень находится в нижней точке, это видно, это далеко от отверстия. Вкручиваем свечку. Не забываем про прокладку. Для того, чтобы это сделать, нам нужно наклонить немножко модель, чтобы свечка не выпала. Свечку вкручиваем легкими, ровными движениями, без каких-либо усилий. Входит очень легко. До конца не затягиваем. Как мы только уперлись, делаем миллиметр назад. Оборот против часовой стрелки, чтобы ее ослабить. Для чего мы это делаем? Новый двигатель, необкатанный, компрессия, выше средний КПД. 80% двигатель тратит на то, чтобы прокрутить самого себя, а не двинуть модель с места. Соответственно, ему крутить тяжело, и мы должны ему облегчить жизнь, снять в компрессию. Ослабляем свечку. Переходим к обкатке модели.